Значит, вот смотри, информационный листок. В информационном листке, что тебе важно знать? Ну, во-первых, первая графа, ну, тут номера, фамилии консультантов, их телефоны контактные. Обязательно тебе нужно контролировать, чтобы телефоны правильно были записаны. Потому что мы делаем рассылку от офиса, и когда телефон записан неправильно, смс-ка не доходит. Значит, начинались семерочки, без плюсов, без всяких, и количество цифр. И желательно телефоны проверить, но мы вот прозвоним сейчас и проверим, все ли телефоны соответствуют. Значит, дальше графа идет личные баллы. Следующая графа баллы с учетом wellness, это объем продаж. Это процент, на котором сейчас находится консультант. Это процент, на котором он когда-либо находился. Это групповой объем. Здесь групповой ОП. То есть здесь балловый объем, здесь групповой объем продаж. Значит, и здесь графа – это открытие кредита или нет, или блоки. Ну вот, например, здесь стоит блок. Значит, консультант повторно зарегистрирован был когда-то, да? То есть поэтому поставили блок, и, значит, он на свой номер там, да, размещает заказы. Потому что бывает такое, что дважды регистрируются люди, которые, ну, например, не знают, что они уже выбрали из компании, не знаю, как систему пропускают, но такие случаи бывают. Значит, и здесь у тебя идет количество каталогов, которые консультант не размещал заказы. И, значит, как пользоваться информационным листком. Снимать его нужно каждую неделю, стараться вообще заглядывать бы каждый день неплохо сюда, смотреть, как обновляются у тебя по структуре баллы. И делать обзвоны нужно в следующей последовательности. То есть ты звонишь первую неделю консультантам, у которых количество каталогов превышает один, когда они не размещали заказы. Почему? Кто больше одного каталога не размещал заказы, у того нет каталога. И, соответственно, нужно первую неделю прозвонить всем, чтобы у всех был каталог. Значит, спросить, где они могут приобрести, или в офисе, чтобы они подошли, взяли, или они на сайте посмотрят, то есть неважно. Значит, направить их именно на каталог. Вторую неделю ты обзваниваешь тех, у кого были единички, но кто не разместил заказ. Почему? Потому что бывает так, что ты, ну, вроде человек в том каталоге сделал заказ, и ты думаешь, что и в этом каталоге он будет делать заказ, но на самом деле он просто не собирается, например, его делать, да, то есть спросить, какие проблемы, иногда бывает, человек просто забывает. То есть заказ у него есть, ему никто не позвонил, он до конца каталога дотянул и потом совсем забыл. Такие случаи просто бывали. И третья неделя ты обзваниваешь тех, у кого не закрыты какие-то квалификации. Например, ты смотришь, что человек разместил заказ на там 144 балла. То есть 6 баллов не хватает, на третьей неделе напомнить, да, что вот нужно еще сделать заказик. Если ты видишь, что шаги, например, да, у тебя закрывают, то, соответственно, звонишь уже, говоришь, что вот вам нужно там до такого-то числа еще заказ сделать. В какие дни лучше делать обзвоны? В понедельник, вторник у нас закрывается реестр в 5 часов. То есть лучше оптимально делать обзвон в понедельник. Ну, потому что человек еще до вторника успевает сделать заказ, чтобы получить на текущей неделе. Но если уж не успела, то хотя бы вторник, среда, для того, чтобы он успел подсобирать заказ к следующему понедельнику. Понятно, да? То есть вот таким образом работаем мы с информационным листком. Заказать его можно любому спонсору, которые имеют уже свою структуру в сервисном центре, написав на электронный адрес. Это все я тебе подскажу, как делать. Значит, какие могут... еще вопросы? Да. Вот это вот B2, B1, это что означает? Значит, это количество бизнес-классов, которые подряд. Тут же могу сказать, что если я вижу кого-то B2, да, что Юля, допустим, у тебя два раза было бизнес-класс, ты можешь в этом каталоге 50. Разместить, ну, да, 50% скидкой. Но здесь что хорошо, то есть B2-то понятно, что ты увидишь, да, а если B76, например, то ты уже не посчитаешь, потому что есть люди, вот у меня, например, B179 каталогов идет, соответственно, ты у меня не посчитаешь, мне надо размещать заказ 50% скидкой или нет. Об этом просто должен знать каждый консультант, кто является участником бизнес-класса и тот, кто потенциально может им быть. Потому что вот смотри, ты когда информационный листок снимаешь, обращаешь внимание на что? Какие заказы делают у тебя консультанты? То есть если ты видишь, что консультант сделал заказ на 124 балла,
то обязательно ему нужно будет позвонить и сказать, что 26 баллов, и он в бизнес-классе, так как некоторые новички даже об этом не догадываются, если им об этом не подсказать. То же самое по стартовой программе. У тебя, когда будет, здесь вот у тебя нет никого, да, пока в стартовой программе проходит. Ну вот шаг 3, вот у тебя видишь, да? Значит, это получается, что она в том каталоге, в предыдущем, не в этом. У нее был третий шаг, то есть сейчас у нее идет четвертый шаг в этом каталоге. Поэтому ты вот это тоже контролируешь. Если у тебя вот новичок, который будет квалифицированно рекрутирован, да, то есть ну, шаг один, то здесь тоже будет писаться, до какого числа ему нужно сделать шаг один. Поэтому информационный листок, он намного, намного удобнее, чем ты в записную книжечку будешь переписывать себе. Да. И обязательно в конце каждого каталога, в последний день, тебе нужно снимать где-нибудь часов, может быть, в 6, когда уже закрывается сайт, ну, перед этим, да, например, часов 5-6, снимать отчет. И можно еще снимать отчет по предыдущему каталогу, например. То есть, если каталог закончился вот сегодня, ты можешь снять по предыдущему каталогу отчет и уже просмотреть, как группа твоя поработала в том каталоге. Советую тебе вести рейтинги свои, то есть по своей структуре, то есть делать рейтинг там топ-10, например, да, или топ-15. И в соответствии с этими рейтингами объявлять какие-то акции, которые ты, ну, например, подарки, да, дарить за участие в первенствах рейтинга. Да? Вот сейчас льготная кампания идет, можно объявить акцию по рекрутингу. То есть мало того, что они могут получить подарки от компании, да, то еще ты можешь спонсора. Да, плюс от спонсора какие-то, ну, обычно лучше дарить диски, литературу, там такое вот. Так, значит, что сейчас будем делать? Мы с тобой сейчас будем делать обзвон. Сейчас у нас первая неделя каталога идет, и нам нужно прозвонить всю структуру, у кого больше единиц. Больше единиц, да, количество каталогов. Значит, еще обрати внимание на что, что если стоит два, двоечка или троечка, например, да, то это значит, консультант находится в баке. Что такое бак? Это база активных консультантов. И, соответственно, ты в базе активных консультантов, когда находятся консультанты, ну, иногда компания посылает каталоги по почте. То есть просто раньше так было, а сейчас не могу сказать, да, с уверенностью. Но они приходят. Приходят, да? Да. Да, значит, когда консультант в баке, значит, каталоги приходят. Многие, вот у кого стоит семерка, там, да, десятка и так далее, они думают, что если прекратили приходить каталоги, то значит, они выпали из Орифлейм. Ну или просто, что они долго не делают заказы, они просто думают, что да, уже все. Да, да, поэтому нужно напоминать о себе. Если ты будешь делать обзвон систематически, каждый каталог, каждую неделю, у тебя в системе это будет, ты потом отфильтруешь тот, кто у тебя, ты будешь уже знать, то есть кто у тебя будет работать, ну, то есть кто будет заказы постоянно размещать, кому надо напоминать об этом, можно даже смс-очкой тогда и информацией какой-то дополнительной, а кого вообще не стоит трогать, потому что есть люди, которые зарегистрировались, но вдруг передумали. Значит, тема сегодня тема обзвона. Вчера мы от офиса посылали смс-сообщение по поводу того, что пришли новогодние каталоги, и их можно приобрести в офисе и посмотреть на нашем сайте warrior-kotlas.ru. Поэтому твоя задача проверить, получили ли сообщение, да, и зарезервировать каталог, это называется, то есть сказать, а нужно ли им оставить каталог? Или вы посмотрите на сайте? Нет, сначала, значит, цель какая, чтобы человек пришел в офис. Поэтому у нас ограниченное количество каталогов, у нас, правда, оно ограниченное, да? И, значит, уточнить, кто в пятницу подойдет, кому оставить конкретно каталог на пятницу. Потому что их может просто не оказаться. Понятно, да? Да. Так, значит, первый звонок сделаю я. Потом будешь звонить ты. А что означает еще вот есть у меня такие, у которых собака стоит? А, собачка, это значит делали регистрацию через официальный сайт, не через твою страничку, а через официальный сайт заносили данные самостоятельно. То есть после самостоятельно регистрировался. И это для удобства подсчета, что, ну,
предположим, ты знала, что у тебя вдруг в структуре появился кто-то. То есть бывает иногда ты номер где-то свой оставляешь, что и ссылку на сайт. И кто-то пошел, зарегистрировался сам. И вот тебе, даже если ты сама его зарегистрировала, не играет роль. Так, ну давай первую. Так, значит, пишешь пометочку, телефон выключен. То есть потом еще нужно перезвонить. И здесь ты как раз сейчас вот узнаешь, да, у кого у тебя активные телефоны, у кого неактивные. Алло, здравствуйте, это Таисия Сергеевна. Наталья Невзорова, офис Орифлейм, если помните еще такую. Таисия, хотела вам задать вопрос. Есть ли у вас одна минутка сейчас со мной пообщаться? Ага, хорошо, да. Значит, вы смс-очку у нас получали по поводу каталогов новогодних. Да, значит, у нас осталось ограниченное количество каталогов, и мы сейчас обзваниваем, нужно ли вам оставить каталог в пятницу, чтобы вы его забрали из офиса. С 12 до 7 у нас офис работает в любое время. Тут важно сказать, что вы точно заберете, чтобы мы оставили, потому что каталогов мало. Придете, да, за каталогом? Хорошо. Ну, тогда мы вам оставляем. Пожалуйста, подойдите. Значит, 30 рублей с собой захватите, не забудьте. Ну, все, всего хорошего. До свидания. Так, у нее всего одна минута была на общение. Значит, в пятницу она должна подойти. Аня, привет. Это Софья. Ага. Есть минуточка со мной поговорить? Аня, мы сегодня делали рассылку с офиса. Вчера делали рассылку с офиса. Ты получала смс-ку от нас? Да? Не смотрела, да? Все понятно. Значит, у нас там была информация по поводу новогодних каталогов. Видела, да? У нас просто ограниченное количество каталогов. Я хотела узнать, для тебя оставлять его в офисе или нет? Так, а ты его на сайте сможешь посмотреть? Все понятненько. Ну, подарки, наверное, все равно будешь к Новому году делать. Там посмотри, зайди на сайт, и очень много всяких интересных предложений. Хорошо? Ага. И еще, получала ли ты смс по поводу учебы? У нас сейчас курс начался вот сегодня, с сегодняшнего дня. Не получала, да? Ты скажи, каталог 500 рублей. Вот. Тема там, каталог 500 рублей в день, в час называется тема. Да. Вот, я сегодня буду выступать там. Ну, все понятно. Так это будет 8 вечера будет в интернете. Я тебе ссылочку кину, если что, заходи поддержать меня. Я буду рада видеть. Да. Это не по скайпу, нет, это называется комната конференции, скайп как бы особо не нужен, нужны только или наушники, или колонки, чтобы ты могла слушать. Ладненько? Хорошо, я тебе ссылку в 8. Угу. Ну, в общем, если сможешь, заходи, я буду рада, что ты меня поддержишь. Мне нужен взгляд со стороны, чтобы ты сказала, как я выступила. Ладно? Ну все, давай, буду ждать. Все, давай, пока, Анечка, давай. Молодец. В общем, принцип поняла, да? Да. Да, ага. То есть сейчас ты обзваниваешь. Так, напишу, что посмотрит в интернете. Ну, я ей, наверное, лучше всего на наш сайт, на Ori Kotlas, дам ссылку, чтобы она там каталог посмотрела. Угу. Да? Угу. Можно ей на официальной дате, она все равно уже зарегистрирована, повторно не зарегистрируется. Угу. Это новичкам, когда на официально даешь, они там могут, знаешь, ну, кто не зарегистрирован. Угу. Так, ну все, работает. Угу. Маша, привет, это Софья. Ага, я тебя отвлекаю, можешь минутку мне уделить? Ага, вчера делали рассылку от офиса, ты получала смс? Да, там, не помнишь, да? Про каталоги новогодние. Вот,
было, да? И еще про то, что у нас сейчас курс начинается, обучение, по средам в 8 часов в интернете. Я сегодня буду выступать, рассказывать, как работать с каталогом, как можно заработать, ну и тема вообще, как заработать 500 рублей в час. Ага, сможешь сегодня присутствовать? Это да, онлайн. То есть я тебе дам ссылочку, ты зайдешь в комнату для конференции и только слушать. Тебе или колонки, или наушники нужны. Больше ничего не надо. Да? Ну давай, я тебе сегодня тогда ссылку ВКонтакте брошу, а ты заходи. Ладненько? Ну все, давай, буду ждать. А за каталогом ты подойдешь в пятницу, да? Угу. Ну все, давай тогда, пока. Ну все. Тут есть одна Мальцева Лена, так я ей сказала, что я ей занесу каталог. Она его так... тоже обновилась. Да, да. Так, теперь, значит, смотри, твоя задача посчитать, сколько у тебя человек придут за каталогами. То есть общее количество человек, сколько сказали, что придут за каталогами. 4. Тут есть, которые вообще не берут трубку, я потом им еще буду звонить. Так, твоя задача сейчас посчитать, кто делал заказ с единичками, кто делал заказ с том каталогом. Угу. Вот смотри, как вообще планировать, да? То есть вот у тебя 6 человек, сказали, придут за каталогами, и 15 потенциально могут разместить заказ в этом каталоге. Всего сколько? А всего человек еще? Нет, всего сколько человек у тебя получается? 21. 20. Сколько я насчитаю? Так, подожди, сколько у тебя, которые? 6. С единичками. Так, еще раз считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А, только с единичками надо считать. Ну и те, кто уже разместил, заказ, да? Угу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, напиши 16 человек плюс 6 человек. 6. Потенциально, да, могут прийти всего 22 человека. Знаешь ли ты средний балл по группе, который у тебя делается? Вот тебе задание на этот каталог вычислить свой средний балл. Как он вычисляется? Значит, есть средний балл, который считается между всеми разместившими заказ. Ну, то есть, например, ты делишь общее количество баллов на тех людей, кто разместил заказ. Общее количество баллов, общегрупповой, да, у меня? Да. Общее количество баллов я делю на количество человек, разместивших заказ. На да. Количество разместивших. У тебя получается средний балл. Вот если у меня сейчас есть отчет по прошлому периоду, я тебе сейчас скажу, какой у тебя средний балл. Но прошлый период немножко идет по объему продаж меньше, чем текущий, потому что текущий все-таки это новогодний. Да, пиши, у тебя 1141 балл. 1140 15 человек разместили заказы. Итак, 1171, 141 мы делим на 15. Средний балл 76. Вот, 76. То есть считай 22 человека. Это 100%. 22. Ну, пусть 70% разместит заказ от этих, от этой суммы. Так, это чего? Ну, давай так посчитаем. 22 умножь на 76. Так, 22 умножаем на 76. 1672. Вот, то есть получается, что реально ты можешь при учете, что у тебя в эти 6 человек возьмут каталоги и еще сделают заказ, да, то ты можешь, у тебя хороший средний балл по группе идет, и ты можешь 1672 у тебя, вернее, в этом каталоге набрать 1600 баллов. Но ответь. Алло? Алло? Да, Надежда, здравствуйте. Ага.
Да, Надежда, я звонила по такому вопросу, хотела спросить, получали ли вы СМС, мы вчера делали рассылку, получали ли вы, получали, да, про новогодние каталоги. Я хотела спросить, у нас ограниченное количество их, оставлять вам в офисе, придете в пятницу за ними? Подойдете, да, в пятницу с 12 до 7? Угу. Ага, 30 рублей захватите с собой. Угу. Все, все, давайте. Ага, до свидания. Угу. Так, еще один человек. Да. Угу. То есть получается, что тебе, чтобы выйти на 12%, нужно еще порекрутировать угу. на сегодняшний момент. Но что бы я тебе посоветовала? Заняться рекрутингом с теми, кто тебе делает 150 баллов. То есть твоя задача да. сейчас именно помочь им, чтобы они вышли на 6%. Ну, у меня вот есть одна на примете, Егорова Настя, она уже как бы согласна, мы с ней разговаривали. Ну, как бы это, знаешь, звучит как бы согласна, это значит еще не согласна. Нет, ну, да. она, ну она согласилась, ну, вот с ну, девушкой. Ну, в пятницу с ней вот да. пообщаемся ага, на эту ага. тему. А, значит, и вот эта льготка, которая сейчас будет идти, твоя цель 80% времени уделить вот этим людям, которые хотят рекрутировать. Как ее зовут? Вера. С Верой нужно встретиться, и с Настей нужно обязательно встретиться. Поэтому на пятницу обязательно запланировать и с той, и с другой встречу.